переводчица! Переводчица! Где переводчица? Сюда ее, живо! Вы арестованы за распространение наркотиков. Твой отель отстой, номер отстой. Это дом престарелых, мама. Я плачу им 3200 евро в месяц. Обед. Я возьму. Одна дамочка из полиции говорит, что если ты не сделаешь, как я скажу, мы с тобой оба загремим за решетку. Зачем он свернул? Афид, скидывай товар сейчас же. Черт! Мика, ищи грузовик. Хаджиджа, сколько товара было в грузовике? Много, очень много. Тонна гашиша взяла и испарилась. Ищет наркотики и валюту. Зайка, где у нас наркотики? Ищи. Двигаем, братан! Ща у нас с тобой все будет! Ща у нас все будет. Я госпожа Бен Барка. Вы получили мое сообщение. Есть товар с родины на продажу. Что вы жметесь? Гоните купюры по 100 и 200. Вы что, нищеброды? Какая-то баба сбывает в Париже тонны гашиша, а мы не можем ее поймать? Мамой клянусь, этот товар что надо! Знаешь, почему тебя избили? Потому что ты толкнул им их же товар. Ты удивительная женщина. Привет. Такая смелая, уверенная в себе, похожая на тех, кого я отправляю за решетку. Наркомама. Всегда приятно, когда клиент доволен. Кино с 6 августа.